Добрый день, хочу вас сегодня познакомить с термофеном 8858. У меня модель от компании AIDA. Точно такие же термофены выпускают другие производители. Они могут быть немного дороже, либо немного дешевле. В чем плюс AIDA? У них есть гарантийное обслуживание, и AIDA зарекомендовала себя как достаточно надежный производитель. То есть другие китайские производители делают технику чуть хуже, как правило, не обязательно. Всегда может попасться брак, либо выдающийся какой-то экземпляр, но в целом. Итак, смотрим. У нас есть блок питания, фен, три насадки и кабель для подключения к розетке. Естественно, есть подставка с гирконом, то есть при установки фена в подставку, фен будет выключаться. На блоке питания расположены кнопки управления. Это включение, выключение и повышение, уменьшение температуры. И тут же расположен цифровой дисплей, где показывается установленная вами температура. Как показывают тесты, достаточно приемлемые расхождения между тем, что вы видите на дисплее, и тем, что действительно фен выдает. То есть там в пределах 3-4 градусов в меньшую сторону, как правило. Бывает немного температура выше, чем указано, но это на 1-2 градуса, это не критично. Подключается все очень просто. В нижнюю часть блока питания подключается шнур от термофена, и он же прикручивается гайкой. В верхнюю часть подключается кабель питания. Если вы сразу включите кабель в розетку, ничего не произойдет, фен не заработает, пока вы не нажмете кнопку и не достанете его из держателя, из подставки. Максимальная температура, которую выдает фен, это 450 градусов Цельсия, минимальная это 100. Переключателя на Цельсия в Фаренгейте нету, потому что паяльник показывает только в градусах Цельсия. Набирает заказанную температуру фен очень быстро, буквально 20 секунд, и вы уже работаете. То есть фен уже поддерживает ту температуру, которую вы выставили, а не набирает ее только. Турбина работает достаточно тихо, есть большие паяльные станции с термофеном, у которых фен работает намного громче. Плюс сам блок питания в большой паяльной станции, он больше и он издает больше шума. Эта паялка, она практически беззвучная, можно сказать. Если кто работал в цеху, кто работал с большими паялками, должен понимать, насколько они могут быть громкими. Тут такого не будет. Паяльник работает очень тихо. В подставке есть отверстие для жесткого крепления к основанию, либо к другой паяльной станции, либо к столу. Но просто так, не прикрепленный, стоит она плохо. Если поставить в обратную сторону паяльник, не так, как он должен лежать, то тогда стоит он немного лучше, но это уже такой выход из ситуации.